И алёп, вот оно, переселение малышни случилось. Щенятники новые жильцы. Жильцы в шоке от такого простора. Малыши сегодня первый раз оказались на улице. Нас погода не радовала, все жили в доме. И вот она радость. Дача! Дача! Аллилуйя! Есть где побегать и ножки размять. Хорошо на свежем воздухе. Столовка нашлась сразу. Кто-кто, а корги столовую находят мигом. Вот она, любимая столовая. Вот он, любимый туалет. И вот она моя идея сделать мобильный туалет. При помощи кирпичей сделала мобильный туалет. То есть его легко разобрать, все тщательно вымыть и опять собрать. Кажется, идея неплоха. Малышня уже сообразила, как заходить в теплое помещение. Что там соображать? Раз, заскочил и все. Молодцы. Здесь они пока осваиваются. Счастливые, довольные, веселые щенки. Мало того, самое интересное, это ждет их впереди. Пару дней буквально они здесь освоятся. И ла-лам! Они будут гулять в большом саду. Обязательный выгул малыши имеют в большом саду. Обязательный. Тем более за эти пару дней я здесь уже все доубираю, догребусь. Потому что сейчас идет как раз обрезка роз активная. Ну и пока как бы щенкам здесь гулять не так безопасно. Потому что можно просто на колючку напороться. Но вот-вот мы тут уже все закончим. И вот эта вся прекрасная территория превратится в выгул для малышни. Да, вот такие дела. Вот такие у нас мечтульки. Живут в VIP-апартаментах. И вот они наши, теплое наше помещение, место для ночевки, место, где можно полежать на мягеньком, может быть, уединиться. Вот через это отверстие щенки входят и выходят, и замечательно выходят на улицу, вон туда, в свой выгул, в свою летнюю уличную резиденцию, и сюда они входят. Чтобы вечером поспать, например, отдохнуть, полежать на тепленьком. Потому что полы здесь теплые. Вот у нас регулятор температур. Вот сейчас он работает, набирается температура. Сейчас тут у нас 19,3 в помещении. Выставлено, по-моему, на 21 градус. Ну, учитывая, что мы будем здесь постоянно шастать, так как это веранда при входе. Вот эта входная дверь вообще в дом. Щенки будут таким образом очень часто видеть людей, потому что всяк входящий будет нами наблюдаться. Щенки будут слышать и видеть других собак. Кроме того, они же начнут гулять в саду очень скоро. И это для них прекрасная социализация. Малыши здесь охраняют свои корма. Это запас корма. Кушаем мы тренер. Конечно, кошмар этой ситуации в том, что тренер – это корм итальянский. Но я надеюсь, что у нас все будет хорошо, потому что мы предусмотрительно сделали запасы кормов. Алёп! И у нас еще есть что покушать. И тут еще. Вот такие дела. Так что мы готовы к осаде, к осадному положению. Потому что малыши любят покушать. Вон, столовая работает по полной программе.
Уже подселились и младшие коржики, младшая группа. И сейчас у нас совсем весело. Тусня по полной программе. Вай, кутяшки! Всем очень весело. Малыши осваивают свою новую территорию, не будем им мешать. Я вам показала наш щенятник, двухкомнатный щенятник, очень удобный, очень функциональный щенятник, который отлично работает. Вот эту дверцу при необходимости можно закрывать на ночь, например, да, чтобы малышам не дуло. Если холодно ночью, если вдруг ночью какие-то, может быть, заморозки. Не вопрос, их можно здесь ставить в какой-то день, если выпадет неожиданно в апреле снег. Да? То есть можно дверцу закрыть, и малыши могут погулять в этом теплом помещении. Ну, когда хорошая погода, дверца, конечно же, открыта постоянно. И они свободно себе перемещаются, куда им нужно. Ну и еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, несколько дней, и малышня будет ежедневно гулять в большом саду. Для них будет открыт целый мир. Вот так растут наши мечтульки. Очень достойные условия. Сама бы так жила. Так они растут, так они взрослеют, так они формируются. И так они ждут своих владельцев. Напоминаю, что на сегодня в питомнике есть свободные щенки. Весь корги пемброк. Обращайтесь. Малыши ждут вас. Мы видим картину на щенятник. То есть я их могу наблюдать весь день. Где женщина проводит большую часть дня? На кухне. И вот на кухне прекрасно из окошка мне видно всех малышей. Что они тут творят? Видно, что у них с едой, с водичкой, что у них с туалетом. То есть даже можно, не выходя на улицу, наблюдать за малышами. Ой, тут окошко у нас. Окошко! Вот такие дела.